такой матч сегодня получился неудачный, наверное, для Young Stars. Ты несколько игр отсутствовал, сегодня вернулся в состав. С чем было связано твое отсутствие? Болел, заболел, переболел. Тем самым? Тем самым. Ну вот сегодня против вас Северо-Запад, организованная команда, в принципе, вышла. Но, тем не менее, достойное сопротивление оказать сумели, даже счет сравняли в сложной ситуации. Каким соперник вам показался? Соперник сыграл качественно, реализовали свои моменты. Я думаю, что у них получилось сыграть свою игру, навязать борьбу. Сегодня много было претензий в плане оборонительных действий, то есть часто между собой ругались. Действительно сегодня в обороне что-то не клеилось? Ну, немножечко не получилось в обороне сыграть качественно, правильно. В связи с этим получили. Я думаю, что должны были выигрывать 100%. Просто так сложилась игра. Все бывает. Будем работать, будем выходить на любого соперника и доказывать, что мы здесь не просто так. Ну, получается так, что сегодня, что выходите в 1/4 на волну. Как вообще оценишь этот исход? Потому что говорили о том, что на волну-то лучше не выходить. И, в принципе, основная цель Young Stars — не выходить на волну. Мы с волной играли. Ничего там сверхъестественного я не увидел. Ну, можно играть. Можно здесь любого соперника выигрывать. Все, спасибо.